Мета сняла ограничения с аккаунтов Дональда Трампа в сетях Инстаграм и Фейсбук. Решение объясняют тем, что кандидат в президенты от республиканской партии должен иметь равные возможности с действующим лидером США Джо Байденом на предстоящих выборах. Напомню, после атаки Капитолия сторонниками Трампа в 2021 году компания закрыла его страницы на неопределенный срок для нераспространения беспорядков, а в 2023 платформа заблокировала аккаунты Трампа, но с ограничениями для предотвращения повторных правонарушений.